9 сентября 2005 года. Наш последний совместный день. Завтра утром мы выезжаем в Тиват для того, чтобы оттуда лететь домой. Оля и Сережа остаются здесь еще на 4 дня. Мы очень надеемся, что эти дни они проведут хорошо. Нашу прощальную прогулку по старому городу и последний ужин сопровождала прекрасная погода, тишина, уют и покой. Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Находимся в Старом Граде, улице. Мы гуляем здесь и вынашиваем желание покушать, потому что сегодня наш последний совместный вечер. Вначале мы вынашиваем желание что-нибудь попить. Ну, по крайней мере, как минимум два представителя из общества. И это тоже правда. Ну вот, мы пойдем дальше. Следуйте за нами. It felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car. Truly.